Сегодня день фотосессии, пухлячок, вот такие вот траншеи образуются при старте, можете видеть, просто стартуешь и копаешь траншею. Ну, вот такой вот снег. Прояснило немножко, ветер стих. Снег не сильно стих, но видимость нормальная. Поэтому решили сегодня пофотографировать немножко. Фотографирую я на Canon 5D Mark IV. Объектив 70-200 2.8. Как раз в такую погоду светосилам помогает сделать очень хороший кадр, потому что снег стеной идет, и нужно, чтобы граница резко изображаемого пространства, так называемый грип, была как раз на райдере. И вот как раз такая светосила помогает это сделать. Давай, поехал! Фотограф на снегоходе, вот снегоходный фотограф должен уметь не только фотографировать, но и знать фотогеничные склоны, на которые можно хорошо заехать, с которых есть выход, выбрать ракурс определенный, при котором даже райдер с небольшим уровнем будет очень эффектно и хорошо смотреться. Видео! Давай! Пока выдалась минутка небольшая перерыва, расскажу свои ощущения от комбеза Lynx, в котором я сегодня катаю. Я уже второй год в нем катаю. По сравнению с комбинезоном Coolzone, в котором я был вчера. Погода, в принципе, одинаковая. Минус 2, минус 3 градуса. Копаем, тепло. Вот, что хочется отметить. Ну, Lynx, он более тонкий, поэтому в нем менее жарко. Конечно, Coolzone, он очень жаркий. Там не хватает вентиляционных отверстий.
в Линксе, в принципе, открыл, и нормально тебе не жарко. По влажности тела примерно я сейчас себя ощущаю, как в кулзоне. Вот так сегодня катаемся недалеко. На контрасте использования комбинезона Кулзон с другими комбинезонами можно сказать, что для людей, которые не хотят тратиться сильно на экипировку, можно брать Кулзон. Вот подходит к концу еще один день. Еще один замечательный день в горах. В снегу, на мощных снегоходах. Снегопад не прекращается. Сыпет и сыпет снег. Завтра будет еще больше снега. Все следы засыпет. Еще добавится, я думаю, сантиметров 40-50. Кстати, надо замерить глубину снежного покрова здесь, на этой полянке. Карбоновый щупчик! Снова в деле. Итак, тут есть вот кусочек неиспиленный. Втыкаем и смотрим. Вы видите вот это вот? Сколько? 2,20! Ну, а ты говорил, метр 20! Вот полянка, ребята. Вот вы видите. Поляночка. И вот такой вот 2,40 щуп. 2,10 снег. Вот 2,20 находится. Кстати, по поводу щупов. Настоятельно не рекомендую покупать карбоновые щупы. Я купил карбоновый щуп, у меня есть алюминиевые. Почему нельзя покупать карбоновый щуп? Когда вы им работаете в перчатках и протыкаете снег, на карбон сильно налипает снег и образуется такая наледь. Он становится очень скользкий. А на алюминии меньше налипает, поэтому, ну, карбоновый щуп, он, конечно, легче. Я вот его купил, чтобы в самолеты брать везде, в багаж, там такой он у меня походный. Лучше потратиться, купить длинный алюминиевый толстый щуп. Ну, вот у меня Мамут 2,20. В Триал Спорте я его брал, что-то стоил в районе там 4-5 тысяч в свое время. Вот, ну, он у меня такой, как... Запасной, конечно, алюминиевые, они гораздо надежнее и прочнее. Такие дела. Карбоновый щупчик. В таком вот положении, когда снегоход, лыжи вверх, можно хорошо изучить подвеску от снегохода. Тут рычаги, торсион, прям... Зачем это делать в гараже, когда можно здесь все сделать?